Привет, и мальчики тоже. Хочу поговорить о насущной проблеме, очень важной для нашего общества. Это Инстаграм-фильтры. Честно, меня безумно бесит, что Инстаграм создает столько красивых фильтров. Просто меняет твое лицо. Сейчас, вот реально, в Инстаграм ты смотришь сторис. Я даже не помню, когда я последний раз видела девушку просто с обычной съемкой. Все, фильтры, где у тебя больше глаза, где у тебя худее лицо, где у тебя больше губы, четче, блядь, все. Извините. Четче все. И на самом деле меня это искренне обижает, потому что я тоже в их числе. Я тоже этими фильтрами пользуюсь, и уже обычная съемка, мне кажется, что я некрасивая. Хотя, блин, я люблю себя, и мне нравится мое отражение в зеркале. Не было бы фильтров, все бы себя считали красивыми и так. А некоторых девушек я вообще забыла, как они выглядят, потому что, ладно, если есть фильтры какие-то такие мягкие, то есть, ну, просто тон кожи убирает, я люблю этот фильтр. Но когда вот эти огромные глаза, худые носы, лицо, скулы, губы вот такие, ну, блин, девочки, мы и так красивые, просто ты настолько, ты привыкаешь, втягиваешься, что ты себя потом не воспринимаешь в обычной жизни, ну, в обычную съемку. То тебя снимают со стороны, и ты такая, йоу, кто это? Поэтому я считаю, что надо по минимуму использовать вот фильтры. И с сегодняшнего дня, ну это уже не сегодняшнего, потому что я уже несколько дней об этом раздумываю, я тоже не буду использовать фильтр. Ну, в редких случаях. Согласна со мной?